Здоровье бывшего чиновника краевой администрации Алексея Белобородова, который сейчас находится в СИЗО, резко ухудшилось. Еще год назад врачи вшили ему кардиостимулятор, который сейчас требует дополнительного внимания со стороны врачей. В противном случае сбои ритма могут привести к фатальным последствиям. Об этом нашим новостям рассказал адвокат Алексея Белобородова Виктор Чумаков. Напомним, высокопоставленному руководителю предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере. Ранее в отношении теперь уже бывшего управделами губернатора и правительства края было возбуждено уголовное дело за превышение полномочий при расходовании бюджетных средств. Ему грозит от 8 до 15 лет лишения свободы. А всю жизнь был на руководящих должностях, сильно подорван здоровье. Он был руководитель ГАИ, ГИБДД, ГАИ ранее. Потом вот уже выше выйти на пенсию, он здесь уже стал работать. На это тоже был приглашен, поскольку был крепкий хозяйственник. Ну, поручик всем ГАИ края, да? Опыт, наверное, наберешься. Управление и хозяйственной деятельностью, и с подчиненными, и со всеми остальными. Сейчас Белобородова поместили в одну камеру вместе с также бывшим сотрудником полиции. В СИЗО он пробудет минимум до 10 октября. Адвокат уверен, что следователи будут пытаться в суде продлить срок ареста.